Возле парка Независимости собрались шымкентские мотоциклисты, которые отправляются в путешествие на перевал Ак-Байтал, который находится в республике Таджикистан. И примерно высота его составляет 4566 метров. Здравствуйте, меня зовут Хайбулин Дмитрий, и я один из участников данного мотопробега. Во-первых, маршрут, почему был выбран такой, перевал Памир, в два раза выше Шимбулака. Считается одной из самых высокогорных дорог, самых труднопроходимых дорог СНГ. И мы для себя решили пройти этот маршрут. Маршрут из Шымкента будет проходить через Самарканд, Худжан, Уратюбе, Душанбе, Харок, национальный парк Бадахшан, Ош, Токтугальское водохранилище. Завершится мотопробег снова в Шымкенте. На каждой остановке будут ждать мотоциклисты из тех республик, где они будут останавливаться. Мотобратья будут помогать нашим героям с ночевкой, переходом через границы. Но несмотря на поддержку, в дороге может случиться всякое. И поэтому шымкентские парни готовы ко всему. У нас полная подготовка, то есть полная автономия. Мы можем спокойно 2 недели не жить в гостиницах, номерах. У нас у каждого есть своя палатка, провизия, питание, там, очаг и так далее. То есть мы, как говорится, надеемся на хорошее, но про плохое тоже не забываем. Поэтому готовимся полностью. Также готовим технику, запасные детали, расходники и тому подобное. Как мы узнали, что один из участников не из Шымкента, и готовился он тоже основательно. Я выехал из Алматы 2 дня назад и приехал, то есть для меня уже путешествие, оно началось. Особенностью этого автопробега является то, что в нем участвуют 2 специализированных мотоцикла, которые приспособлены для горной местности, и 2, которые совершенно не предназначены для езды по бездорожью. Но над ними хорошо потрудились мастера, чтобы в пути не возникло никаких сложностей. Была поставлена резина внедорожного формата. Также были усилены защиты картера двигателя. Добавлено это все дополнительным освещением. И плюс снаряжено это все дополнительными топливными баками. Этим путешествием ребята хотят показать молодежи, что мототуризм в Южном Казахстане есть. И на самом деле не стоит рваться в дальние страны, ведь поблизости столько замечательно красивых мест. Люди с другого конца света едут на Памир или там, не знаю, к нам на юга, чтобы посмотреть наши красоты, горы, озера, там, не знаю, реки. А мы здесь живем. Только самое отважное решается пересечь этот перевал. Дорога имеет множество виражей и проходит над глубокой пропастью, а трасса не имеет ограждений даже на самых опасных участках. Шымкентские мотоциклисты готовы к путешествию. Мы им желаем всего хорошего.